Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как себя вести, и повторяется уже какой раз, меня это напрягает. И учусь в университете, у нас с моей группой есть отдельная группа ВК для общения, для того, чтобы спрашивать, если что-то не знаешь. Уже несколько раз было такое, что я прошу мне что-то объяснить в этом чате или подсказать, и все молчат, все игнорят мой вопрос, хотя между собой общаются. Я понимаю, что это игнор, такой некий газлайт. Что делать в таких случаях, как себя вести? Ну, я бы сказал, что посмотреть на общение ваше с группой в реале имеет смысл. И я бы сказал, что, возможно, дело не в газлайте, а просто в том, что вы не очень интересная группа. Вот, то есть вы как-то, ну, не находитесь, как будто бы, с ней на одной волне, с группой, я имею в виду. То есть группа на своей волне находится, а вы соответственно, на своей, и все. Вот. И зачастую это происходит тогда, когда человек достаточно в себе замкнут. Зачастую это происходит тогда, когда человек чувствует некую такую скованность. Зачастую это происходит, когда человек слишком серьезно относится к себе. И зачастую это происходит, когда человек испытывает чувство стыда и вины, вот. Соответственно, со всеми этими моментами имеет смысл поработать, и тогда, возможно, ситуация изменится. Если вы не имеете конфликтов с группой, да, с группой напрямую не имеете конфликтов, вот, то после изменения поведения изменится и отношение группы к вам. При условии, что нет какой-то дополнительной мотивации, типа зависти, конкуренции, борьбы или обид. Вот, как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.